тест, короче, как бы, как она будет себя вести на ремне. И, правда, это не ремень, а пояс. Когда варенье дофига, еще аж с прошлого и позапрошлого года на ухо закапать, возможно, будет в зеркале, в смысле, в стекле отражаться что-нибудь, то это даже две баночки заготовок девать некуда. На балконе вся жарко. Заложила, уши заложила. На балконе жарко. В холодильнике. Да, подружка как-то принесла. И мы отмечали день авокадо. А когда я помираю, то я добавляю это в чай. Я жеваю тут же. Я как бы собиралась же это. Тут темно у нас. Короче, собиралась белье, которое стирала, на сушилку положить. Но я думаю, оно тут немножко протестилось. Сейчас я это выключу, посмотрю, как с телефона оно.